Я не буду рассказывать об этом. Я хочу поговорить о другом аспекте, о том, что есть в компании SuperEgo, но мы это не всегда отмечаем. Мы не всегда осознаем сам факт того, что это есть у нас. Как вы думаете, о чем я говорю? О каком важном факторе, благодаря которому многие пришли сюда? Благодаря... Ау? Еще? Еще? Бизнес, люди? Окей, я называю это окружение. Окружение. Это то, почему я пришел в эту команду. Сильное окружение, окружение осознанных людей. Умные и успешные люди говорят, правильное окружение – это 50% успеха. Слышали, наверное? Да. И я кайфую, общаясь с вами. Я кайфую, общаясь с людьми осознанными, которые не перекладывают ответственность за свою жизнь на других людей, которые не жалуются на государство, на президента, которые улыбаются и говорят, я все смогу, я сделаю. Это моя жизнь, это моя ответственность. И смотря на вас, находясь рядом с вами, я получаю неимоверное удовольствие находиться в этом окружении. Но в этом окружении есть еще один важный фактор. Это наставники. Это наши наставники. У кого есть наставник, поднимите руку. Супер, супер. Я хочу сказать пару слов сказать о своем наставнике, которую зовут Дана Батыршина. Кто любит Дану Батыршину, скажите «Я!» «Я!» Окей. Я тоже ее очень люблю. Дана, вы где? Здесь не видно. Дана, вы супер. И как-то полтора года назад мы с ней познакомились, пообщались. Она узнала, чем я занимаюсь. Я провожу тренинги для детей, для подростков. Это школа лидерства Жангал Рупак. И Дана сказала, «Асхат, почему ты себя так обесцениваешь?» Я говорю, «В смысле?» Ну, почему ты так мало денег берешь за свои тренинговые программы? Ведь ценность намного выше, чем та цена, которую ты берешь за эти услуги. Я говорю, да, ну, как бы я делаю это не ради денег. У меня есть миссия, служение людям, обществу. Деньги, ну, как бы это так, для меня второстепенно. И Дана так посмотрела на меня, Асха, тебе нужно проработать самооценку. И образ денег. Я такой думаю, ну ладно, раз Дана сказала, начал искать свой образ денег, и я офигел просто. Я увидел в образе денег какого-то жирного, усатого мужика, я думаю, то есть неужели это вот мой образ, да, мое отношение к деньгам. Я проработал, я изменил это, и спустя полтора года наши тренинги являются, наверное, самыми дорогими в Казахстане, и самыми, ну не скажу, что самыми эффективными, но очень результативными. Да, многие акционеры уже отправляли ко мне своих детей. Дана Батыршина, я вижу Диана Мусанова, Зульфия Байменова, Айнура Кирдинбаева. Вот здесь мои ученики сидят некоторые, я вижу. И к чему я веду? К тому, что все ограничения были у меня в голове. Я сам думал, что если я буду продавать дорого, то это будет плохо, это стыдно, это неудобно. Сейчас я продаю, я зарабатываю деньги, я содержу свою семью, мы путешествуем, мы ходим в рестораны, мы живем так, как мы хотим жить. Поэтому давайте сейчас громко-громко в знак благодарности похлопаем нашим наставникам. Похлопаем нашим основателям компании. Громко-громко-громко! Мы, конечно, наших похлопаем тем людям, которые пришли сюда, которые выбрали правильный путь развития, путь Мастер Кит, путь Суперэго. Похлопаем сами себе. Вы молодцы.